І я шаную це життя, як Божий дар. Я знаю, вистачить трави для всіх отар. Лише не знаю, скільки треба Божих днів, щоб відділити би ягнят від баранів. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы там чем-то своим заняты, может, не буду вам мешать. Не, я просто записываю людей с того, с каких городов просто мне... Я тоже записываю, у меня тоже журнал есть, я записываю тоже. Так, я с Красноярска. А я из города Харьков. Может, вопрос у вас интересный есть какой-нибудь? А то сегодня какие-то собеседники такие неинтересные. Вопрос есть. Почему, ну, примерно из 20 собеседников с Украины, 18 меня послали куда подальше? Даже не узнав, откуда я, что у меня вообще на уме, как меня зовут, что я вообще хочу. Я говорю, здравствуйте. А давайте разберемся. Вот меня зовут Александр. А как меня вас зовут? Руслан. Руслан? Да. Угу. В журнале. Ну, потом мне же отчет писать. Руслан. А кто вы тогда, вы же говорите, не разобравшись, кто вы, а кто вы, давайте разберемся, кто вы. Гражданин Российской Федерации. Ага, ага, гражданин, да. Угу. Да, гражданин, да. Угу. И? Работаю в бюджетной сфере. Да. Угу. И? А что еще вас интересует? Нет, я думал, может, еще что-то. Вы же говорите, может, недостаточно глубоко мы разобрались, кто вы. Или вы как-то недостаточно глубоко рассказали, кто вы такой. Вы же говорите, не разобравшись, кто вы, вас посылают. Так. Ну, я ж думаю, ну, давайте все-таки попробуем же узнать его имя. Попробуем разобраться в этой ситуации. Вот, может, из этого как-то, в общем, это все поменяет. Я пока не вижу, я прекрасно понимаю, почему вас посылают. Почему? Ну, потому что вы гражданин страны, которая лживая и подлая. Угу. Агрессивная, мерзкая. Да, страна убийц, оправдание убийств, разрушений. Страна, которая войны развязывает. Подождите, я что-то начал про политику вам говорить? А что, недостаточно того, что вы гражданин? А скажите что-то про политику, давайте дальше разберемся. А вы хотите, что вы хотите сказать? Недостаточно, что я гражданин Российской Федерации? Ну, я же хочу разобраться. Вы же говорите, что мы не разбираемся, кто вы. Вы гражданин Российской Федерации. Скажите что-то про политику, чтобы мы поняли, с кем мы имеем дело. 19, который начал разбираться. А почему тогда у вас такое процентное соотношение, которые 19 или 18 человек не стали разбираться? Просто. Я понял. Они заранее... Так, подождите. Давайте разберемся. Если вы считаете, что в отношении к вас проявлена несправедливость... Они заранее. Заранее. Давайте... Они... То есть они... Я понял. Они... Я понял. Граждан... Так, давайте разбираться. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Скажите что-то про политику, чтобы мы поняли, кто вы такой. Нет, вы начали про политику. Нет, так вы же говорите, что я разве что-то про политику говорил, сказали вы. Так скажите что-то про политику, и мы тогда поймем, и я тогда, если я пойму действительно, что... обвинения в отношении вас беспочвенны, что вас зря посылали, я от имени этих 19 человек, я принесу вам искренние, глубокие извинения. Ну, давайте. Давайте, скажите что-то про политику, чтобы мы поняли, я что... Не хочу политику говорить. Зачем? А, ну если вы не хотите, тогда, значит, очевидно... Ради политики, что ли? Что-что? Я здесь общаюсь ради политики. А я же не знаю, а ради чего вы здесь общаетесь? Ради того, чтобы найти хороших людей, пообщаться о жизни. Так вот, отличные наши, очень хорошие люди,
зная, что вы гражданин страны оккупанта, что вы не интересуетесь политикой, что вы просто мышебратством тут хотите. Они это по глазам. Это очень умные, проницательные люди. Они сразу послали вас далеко. И совершенно правильно сделали. Мы видим сейчас, вот мы разобрались, что я зачем-то тут начал разбираться, а они, не разбираясь, сразу поняли, с кем они имеют дело. С кем? Ну, с вами. Ну, с кем? Со мной. Ну, с вами, который не интересуется политикой, который интересуется вышебратством, который гражданин страны убийц и лжецов и подлецов. Как они могли сделать этот вывод, если со мной не пообщались? Я понял. Видите, когда я с вами пообщался, я пришел к точно такому же выводу. Они правы. То, что я гражданин Российской Федерации, то, что меня зовут Руслан, то, что я из Красноярска, и то, что я... Да. Что из этого опровергает то, что вас послали? То есть, если бы вас звали не Руслан, а, например, Игорь, это бы явилось бы причиной того, чтобы вас не посылать. Хорошо. Если бы я был гражданином Казахстана, меня звали Руслан, я жил бы в Алматы, и я был госслужащим. Я бы вам сказал, алга Казахстан. О, вон оно что. Потому что Казахстан, в отличие от Российской Федерации, не напал на наше государство. Не стал развязывать кровавые войны, не стал лживым и подлым государством. Хорошо. То есть все 145 миллионов граждан Российской Федерации. Это кто? Граждане страны оккупанта-агрессора, страны подлецов. И, то есть... Более того, я вам даже больше скажу, если у вас есть какое-то очень небольшое количество. Ну, действительно нравственных, правдивых, честных, не агрессивных, не имперцев, которые активно выступали против вашей страны, когда она совершала преступления, то этих людей очень мало. Вы знаете поговорку про бочку меда и ложку дегтя? А если это бочка дерьма? И там есть маленькая бочка дерьма, вонючего дерьмища. И там есть маленькая ложечка меда. И мы же все равно скажем, что, боже, какое это дерьмо. Несмотря на то, что там где-то вот лежит эта ложка меда. Видите, как я вам все доходчиво на примерах объяснил? Если зачерпнуть из этой бочки, ну зачем-либо, либо просто проходя мимо этой бочки, услышать этот запах дерьмища, гнилого, гниющего, разлагающегося дерьмища, пузырящегося, уже извините за, так сказать, я же с вами общаюсь, поэтому, так сказать, я принял специальные таблетки, чтобы от отвращения. А то, что там лежит ложечка меда, это совершенно не меняет ситуации. Все равно можно сказать, фу, какое дерьмо. Какая противная, омерзительная бочка с дерьмом. Так, а ложка меда, это кто в этой бочке дерьма? Это те люди, которые активно выступали против захватнической, оккупационной, агрессивной политики, против обличали ваши преступления, активно выступали. Были даже люди, которые попали под тюрьму, под следствие. Да? Да. За пикеты в том числе, за одиночные пикеты. А у вас в государстве были такие люди, которые выступали против вашей агрессивной политики? А наше государство на кого-то напало. Против вашей агрессивной политики. Я понял, наше государство на какую-то страну напало, развязало войну. Вы можете привести пример, чтобы наше государство развязывало войны? Российская Федерация официально напала на Украину. Да. Приведите пример. Я же говорю, вы лживое и подлое государство. Это не объявлено, это лживая, подлая, необъявленная война. И если вы ставите вопрос таким образом...
то вас совершенно справедливо, подождите, дайте я договорю, то вас совершенно справедливо, украинцы это очень умные, проницательные люди. Они сразу вас по глазам вычислили, что вы будете этим говном заниматься. И посылали вас заранее. Этим говном вы меня сподвигаете заниматься. Я говорил, я политику обсуждать не хочу. Ну так правильно. Ну что? Ну правильно? Не хочешь правильно, нет, так ты... Ложку говна и ложку меда. Да. Оккупационную политику моего государства. Твоего, ну ты же гражданин Российской Федерации. Государство, не хотите поговорить? Приведи пример, чтобы наше государство совершило какое-то международное преступление. А какое международное преступление? Нет, подожди. Я тебе еще дам немножко времени. Приведи пример, какую войну развязала Украина. Против какого государства? На какое государство напало государство Украина, развязала войну? Приведи пример, как, на какое государство... Не, подожди. Ты ж говоришь, ты ж хочешь про нас поговорить. Я тебе говорю, что Россия – это лживое, агрессивное, подлое государство. Приведи пример, какую войну развязала наше государство Украина. Гражданскую войну в своей стране. На какое государство мы напали? На свое. А, на свое невозможно напасть. Возможно. Почему? Так вот, смотри. Вот когда тебя посылали далеко-далеко, я бы даже сказал, делали совершенно правильно. Потому что если начать, вот как я, преодолев брезгливость, подошел к этой бочке дерьма, посмотрел, что там такое, то я увидел, что да, надо посылать. Давайте сразу пошлю. Дурачок. Подлая ты, мерзкая мразь. Хорошего вечера.